Здравствуйте, всем привет из Новосибирска, с вами Лариса. Сегодня я нахожусь около ленты, это Бусинобродское шоссе, это моя лента, я сюда все время прихожу за продуктами и вам за одним сниму обзор, что на сегодня будет здесь. Все, пойдем смотреть. Подарочный набор для бани. Здесь идет, я как поняла, мочалка, шапка и вот масло, что ли. Все так упаковано. Кто баньку любит ходить, можно такой наборчик взять, подарить. Вот такой набор есть подарочный. 365 рублей. Здесь полностью все для бани. Подожди сейчас. Миксер 790 рублей. Блендер, кофемолочка электрическая 700 рублей, 790. Щипцы выпрямлитель для волос 699. Вспенниватель молока 299 рублей. Мороженица 1229, поддерживает температуру ниже нуля до 5 часов, мощность 7 ватт, длина шнура 1 метр написано, 0,6 литра, время приготовления 15 минут, аккуратненькое, можно делать мороженое дома. Кофеварка 799 рублей. Чайник керамический. 1 литр. Мощность 1000 ватт. 999 рублей. Турка стеклянная. 999 рублей. Электрическая. А это 699 турка. Поменьше, видать. Электрошашлычница 1899. 5 шампуров 900 ватт. Автоматическое вращение. Весы на кухню 399 рублей. И вот эти 399. Ну, остальные 400-500 рублей весы. Кофемолочки 699 рублей. Вот два вида. Миксер 590. Чайник стеклянный 799. Вот этот. Здесь кашпо для цветов. Вот такие вот недорогие, 79 рублей. Вот такие 109. Вот 219 цветные, 99. 189. 135. 149. 399 большие. Вот горшочки 399 красивые. 159. Тут есть настоящий газон написано. Семьдесят девять горшочки. Они такие тоненькие, но красивые. Вот подставочка есть. 81 рубль. Удобрения для кактусов комнатных, для семян рассады. Удобрения трио, обильное цветение, для орхидей, для лимона. Очень много всего, чего есть. Земля тоже есть разная, для разных цветов и обычно универсальная.
уже не буду останавливаться сильно. Ведро большое, 12 литров, 189 рублей, оцинкованное. Ведро садово-огородное, 106 рублей, 12 литров, пластик. Набор инструментов, сучкорез, 999. Есть вот алюминиевые кастрюли всякие, нормальную цену, вот 10 литров огромная, всего 629 рублей. 6 литров, 409, 189, вот такой вот, как ковшик 1,5 литра, 199, кастрюлька 2,5, а 3,5, 259, нормальная цена. Сковородки, кованый алюминий написано, большие 199, 1199, 999, 899, 24 сантиметра и 499, 26 сантиметров, вот она. 699 алюминий. Противень 209 рублей, антипригарно 24 на 34 на 60. Пемолюкс 31 рубль, яблоко, лимон и просто экстра сода. Корм для собак 27 рублей стоит. Мясное ассорти, цыпленок, больше не вижу никаких. Ну, такие в консервах, 325 грамм здесь. Джем Махеев 400 грамм, 99 рублей. Ну, написано скидка, ну, не знаю. Апельсиновый, смородина, манго, персик. Малина, вишня, разные. Сахар 32 рубля 19 копеек. Сахар 5 килограмм. Не вижу сколько. А, 189 рублей. Сосиски баварские, торговая площадь, 229 рублей килограмм. Докторская колбаса 229 рублей, категория А написано. Сделано по ГОСТу. Сардельки 299, торговая площадь шпикачки. Икра трески 49,99, икра ментая также 49,99. Яйца 52,99 С1. Молоко сгущенное 79 рублей. Белорусское, рогачевское. Нормальная цена. Сейчас куплю баночку домой. Творог обезжиренный 89 рублей. 400 грамм. 120 рублей 5% на 400 грамм. Фарш килограмм 247 рублей. В ленте продают. Лентовский фарш 269. 247 рублей без кости, окорок. Перец болгарский 219 рублей. Помидор на ветке называется 139 рублей килограмм. А это 149. Капуста белокочанная 29. Огурцы 89 рублей стоит. Бананы дорогие, 85 рублей. Но надо брать, у меня внучок любит. Авокадо 69 рублей одна штука, как я поняла. Киви 144 рубля. Груша красная 129. Вот эта груша пахам 114. Груша Аббат 149 рублей. Жевательный мармелад. Вот он, кит. 70 грамм 49 рублей. Барни 61 рубль. Печенье овсяное. С добавлением шоколадных кусочков. Написано, можно в пост. Посиделки на 49 рублей стоит. Тульский пряник 29 рублей с вареной сгущенкой. Чай высокогорный
124 рубля 100 пакетов. На этом я свое видео заканчиваю. Всем пока. Смотрите мои следующие видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч.